Добрый день, уважаемые слушатели! Мы рады приветствовать вас на вебинаре, посвященном самой злободневной нашей теме. Это маркировка. Меня зовут Гребенкина Анна, я руководитель учебного центра. Сегодня спикером на вебинаре будет Дмитрий Забабурин. Дмитрий является нашим ведущим специалистом по маркировке. Собственно, он ведет все основные проекты, связанные с честным знаком и другими системами маркировки. Добрый день, коллеги. Итак, о чем мы сегодня будем говорить? Мы немножко, я расскажу про организационные моменты, чуть-чуть, пока у нас подключаются слушатели, я вижу, как увеличивается количество подключившихся к нам, к нашей трансляции. Итак, начнем с организационных моментов. Не забывайте, что о качестве связи вы можете просигнализировать. В правом нижнем углу появится панелька, где нужно будет выбрать значок обезьянки, соответствующий тому качеству связи, которое у вас сейчас есть. Если оно поменяется, вы можете опять-таки в правом нижнем углу кликнуть на значок Wi-Fi, вам будет предложено изменить эту информацию. Воспользуйтесь ей, пожалуйста. Для нас очень важно, чтобы у всех была хорошая трансляция. Если вдруг что-то пойдет не так, у вас будут перебои с интернетом, не дай бог, или еще что-то случится, вы всегда сможете посмотреть наш вебинар в записи. Запись формируется автоматически, прикладывается к карточке вебинара в течение 15-20 минут после его окончания. И чтобы ее открыть, вам нужно будет снова открыть просто карточку вебинара, там уже будет приложена запись. То есть в этом отношении не переживайте. Мы напоминаем, если вдруг вы сейчас нас смотрите через какой-нибудь Internet Explorer или еще что-то, постарайтесь найти Google Chrome и зайти и смотреть нас через Google Chrome. Все ваши вопросы мы будем рады увидеть на вкладке «Вопросы». В правой панели у вас есть значок, на котором нарисован знак вопроса. Кликайте туда, создавайте новый, и, соответственно, мы сможем на них ответить, на ваши вопросы. Сейчас с нами за кадром наши технологи, которые на лету в режиме реального времени постараются на ваши вопросы ответить. В любом случае, мы их соберем, сконсолидируем и выложим письменные ответы отдельной новостью. Итак, о чем мы будем говорить? Хочется охватить достаточно много аспектов, связанных именно с работой розничной точки продаж. Поэтому мы повторим теорию, вспомним сроки законодательства. Ну, с этого всегда нужно начать, чтобы вспомнить, о чем идет речь. Конечно, про схему поговорим, но самое главное, мы подробно расскажем, что должно быть сделано, то есть вы сможете себя проверить, что уже сделано у вас в контексте работы с маркировкой, что можно сделать прямо сейчас вам, если вдруг что-то еще вы не подготовили, и, соответственно, покажем и приемку товара, и продажу. И даже, мне кажется, мы заложились на показ взаимодействия с 1С, так? Да, мы покажем, как загрузить электронные документы от оператора ЭДО в 1С. Да, ну и не забывайте, что мы-то, конечно, будем показывать на СБИСе, но как мы еще, на чем мы будем показывать? Но на самом деле все, что мы будем говорить, можно будет, ну, как бы транслировать на там, любую, в принципе, кассовую программу хорошую, да, которая поддерживает работу с маркировкой. Так что, пожалуйста, не воспринимайте наш вебинар как какую-то рекламу СБИСа. Мы, конечно, за СБИС, но на самом деле мы за вас, за то, чтобы вы нормально работали с маркировкой. Ну что ж, у нас стабилизировалось количество участников. Пошли вопросы, это значит, что моя речь вас достигла. Все, мы включаем демонстрацию экрана, презентацию. Итак, начнем мы, наверное, с законодательства. Дмитрий. Да, еще раз я поприветствую всех слушателей. Здравствуйте, уважаемые клиенты, коллеги. Меня зовут Забабурин Дмитрий, и я вам сегодня расскажу о том, как подготовить розничный магазин к маркировке, ну и отчасти автоматизировать его и автоматизировать работу. Начнем с главного. Хочется отметить, что маркировка внедряется повсеместно, уже много товаров, которые подлежат маркировке, все основные законы подписаны, а правила определены. Отдельно мы скажем, да, что были изменения в 54-й федеральный закон в той части, что онлайн-касса должна передавать код маркировки для того, чтобы он был продан легально.
А в 487-м федеральном законе изменены правила торговли, то есть внесены изменения в закон о торговле, который, собственно, и обязывает и производителей, и импортеров, и розничные, и оптовые сегменты везде отчитываться о маркированном товаре. Производитель и импортер наносят маркировку, оптовик и розничный продавец отчитываются о получении товара, и розничный магазин обязан отчитываться о продаже и о других операциях. Ну и, наверное, какие-то административные меры к нарушителям тоже придумали. Да, как раз на следующем слайде у нас фигурируют статьи, вы можете их запомнить или выписать, они доступны в интернете. Максимальное наказание при крупном и особо крупном, как у нас в Уголовном кодексе написано, размере, наказывается до лишения свободы. В случае юридических лиц, нарушения юридических лиц в части оборота, хранения, производства и перемещения немаркированной продукции, можно получить штраф до 300 тысяч рублей. Ну и сейчас поговорим о том, что меняется с наступлением самой маркировки по порядку. Вот сейчас на схеме серым цветом закрашено то, что пока не участвует в процессе. Я расскажу вам сначала о том, что происходит на стороне производителя. Производитель должен из системы маркировки заказать коды маркировки, преобразовать их в штриховой код Data Matrix, получив их, и наклеить их на товары. Ну, кстати, производители это очень удобно могут сделать прямо из БИС. В дальнейшем они наклеивают этикетки на товар и отгружают. Отгружают оптовому покупателю или розничному. На следующем слайде мы затронем уже розничные магазины. Вот видите, точка продаж – это вы, розничные магазины. Вам поставщик будет производить поставку товара и параллельно отправлять документы, товаросопроводительные документы. Здесь важно отметить, что если раньше вы принимали товар по бумажным накладным, то теперь поставка товара сопровождаться будет электронными УПД. УПД – это универсальный передаточный документ. Это объединенный документ, включающий в себя накладную и счет-фактуру. В нем, в электронном документе, будут содержаться коды маркировки. Их необходимо подтвердить и подписать электронный документ в момент приемки. А можно вот на этой схеме чуть-чуть остановимся? Вот у меня есть пара вопросов. Давайте. Вопрос номер один. А вот сегодня у нас какой? 19 февраля. 19. Да, это уже, значит, обязанность продавать маркированный товар у нас для розничной точки с 1 марта. Я все правильно помню по законодательству? Продавать нужно с 1 марта, правильно. Да, соответственно, у нас производители уже должны свои, наверное, поставки делать по новым правилам. Ну, до 1 марта не должны, но могут. И многие уже это делают и отправляют электронные документы, в которых указывают код. Да, то есть, соответственно, вот с 1 марта уже все поставки, которые вы будете получать, они уже будут сопровождаться электронными документами, и вам уже этот электронный документ как-то нужно будет получить, обработать. Обратите, пожалуйста, на это внимание, да? Но уже сейчас многие поставщики, мы, к сожалению, не можем здесь статистику подвести, да, потому что они через разных операторов ЭДО работают, они уже отправляют вам УПД. То есть вам нужно со своими поставщиками как-то взаимодействовать и понять, а как они вам этот, через какого оператора ЭДО этот УПД отправили, потому что это, ну, достаточно важный момент. И второй момент, давай все-таки проговорим. Вот когда наша розничная точка продаж получает этот УПД, то есть ей нужен здесь вот сервис электронный документооборот какой-то, да, и нужно еще и эти штрих-коды, значит, отправить в честный знак. Вот я правильно понимаю, что, собственно, лицензия на маркировку для большинства операторов ЭДО, вот вам, собственно, маркировку, лицензию на маркировку будут продавать операторы ЭДО. Правильно. Правильно, да? Здесь хочется отметить, что в электронном документе УПД содержатся коды маркировки, которые указал поставщик. Угу. И их нужно проверить с теми кодами, которые нанесены на товар, который по факту приехал. Угу. Вот в СБИС это сделать очень удобно, легко, и мы это сегодня покажем, ну, на живом. Вот я покажу, у нас есть сканер, и мы заготовили коробочки с нанесенными кодами. Прошу прощения.
Там, наверное, картинка маленькая, но еще раз потом покажем. И угу. хочется отметить, что именно те коды будут перенесены на баланс покупателя, на баланс так. магазина, которые указаны в документе, угу. а не которые отсканировал розничный магазин в момент приемки. И нужно их сверить. Чтобы нужно сверить чтобы и ответить поставщику, это. Если были расхождения. Ответить, угу. чтобы документы были исправлены. Угу. То есть, я уверена, что многие из вас уже разобрались, но на всякий случай, вот эта часть, входящей ЭДО, и, собственно, вот передача информации о полученных кодах маркировки в честный знак. Вот это вот эта часть, да, потому что сейчас часть, которая продажная, она немножко будет отличаться. Поехали дальше. Ну, я отмечу, что поставщик тоже может использовать СБИС ЭДО с маркировкой для насыщения документа ОПД кодами. Не только точка продаж проверяет коды. Теперь о том, как происходит розничная продажа, как она работает в СБИС. Здесь почти ничего не меняется, даже наоборот происходит, процесс упрощается. За счет чего? Ваш продавец на кассе, как обычно, пробивает товар, но раньше, если он, например, вводил сумму вручную или выбирал позицию из каталога и мог ошибиться, то теперь он просто сканирует код маркировки, и СБИС сам добавляет товар и код маркировки в чек. Угу. Чек передается в оператора фискальных данных, который уже регламентирован 54-м федеральным законом. И далее оператор фискальных данных уже передает код в честный знак. И таким образом происходит именно легальная продажа маркированного товара. С 1 марта продавать обувную продукцию без сканирования дата матрикс кода запрещено. Если, ну, соответственно, Роспотребнадзор каким-то образом будет проводить контрольные закупки, то на этом можно сразу получить штраф. А можно тогда вот еще вопрос? То есть я-то понимаю, что у многих наших клиентов какая-то другая кассовая программа или автономка, хотя мы про автономку будем говорить отдельно. Вот можно все-таки такой вопрос поднять? Вот мы где-то в какой-то системе ЭДО, значит, вот этот вот УПД обработали. А потом, соответственно, мы как-то должны, получается, вот этот документ поступления перенести в нашу учетную систему. Да, это очень удобно выполнить из СБИС любым способом интеграции. Если учетная система – это 1С и типовая конфигурация, то это делается вообще в один клик. А если это какая-либо другая учетная система, то просто обращайтесь к нашим менеджерам, они выделят инженера и помогут настроить интеграцию для загрузки в учетную систему. А вручную занести такой документ поступления в 1С-ку можно? Но ведь у нас ведь многие бухгалтеры... Можно вручную, в этом нет никакой разницы. Сейчас бумажные документы и так вносятся вручную. Угу. Если я получил бумажную накладную, я ее могу и вручную внести в учетную систему. Но коды маркировки, которые указаны в документе, они не будут перенесены в учетную систему, либо их вносить руками, но это будет проблемно. На самом деле они там не будут нужны для продажи и вот. Попадания в чек. Коды маркировки сканируются в момент продажи, и не обязательно вести строгий учет в своей учетной системе. Что мы это принимали ранее, да, в своей учетной системе. То есть, еще раз, ваша задача понять, что происходит некое разделение. Одно дело, вот вы где-то в какой-то системе ЭДО, мы, конечно, за СБИС, потому что у нас удобно, но, в принципе, вы, вот где вы получаете электронные документы, да, там вы получили этот УПД, отсканировали прямо в этот УПД, у вас, ну, любая система ЭДО сейчас должна это поддерживать, возможность отсканировать, да, и подтвердить, значит, получение кодов. Это одна ситуация. Продажа через кассовую программу – это другая ситуация. У вас в вашей кассовой программе должна быть номенклатура этой там обуви, например, да? Там может не быть этих штрих-кодов. Потому что вы их в момент продажи и так отсканируете, так? Да, получается. И, наверное, было бы неразумно их вообще, в принципе, туда добавлять, если не проводить жесткую инвентаризацию. Я имею в виду на кассовых рабочих местах проводить инвентаризацию. И на складе-то, конечно, разумеется, нужно проводить по поступлениям. Да, да. Вот, то есть, пожалуйста, разделите в своем понимании вот, процесс получения, да, и сканирования кодов. Зачем?
зачем это делается, да, чтобы в честный знак отправить эту информацию, и продажу. То есть у вас в вашей учетной системе должна быть номенклатура, самое главное. А коды, с ними, конечно, удобнее, да, но, в принципе, можно в момент продажи обойтись и без них. Мы это будем показывать, да, все вместе, так как у нас в СБИС есть просто все в одном. Угу. Но на самом деле системы разные. Кто-то просто приемку вам даст, а кто-то вам даст и розничную продажу. Угу. Немножко к терминам, да, чтобы закрепить основное и главное, что вам будет встречаться практически ежедневно. Сейчас дадим определение. Ну, то, что вы видите на слайде, вы и так прочитаете, я вам скажу немножко другими словами. Нужно разделить код маркировки и код транспортной упаковки. Угу. Код маркировки – это последовательность символов, очень длинная последовательность символов, которая является уникальной для каждого товара и которая защищена от подделки. Именно она, эта последовательность символов, зашифровывается в тот самый квадратик, вот, который называется Data Matrix, и вы видите на экране. У него есть составляющие. Это код товара и индивидуальный серийный номер. Угу. Вся остальная часть участникам оборота не будет видна. Она как раз-таки служит защитой от подделки, угу, которую может проверить потребитель. Купив товар с помощью мобильного приложения, он может проверить код на легальность. А код транспортной упаковки – это 18-символьный код, штриховой код, он линейный. Вот вы видите, на коробочке он нарисован в виде палочек. Его наносит именно поставщик, ну, угу, или изначально производитель, который упаковал свой товар. Такие коды наносятся на транспортные короба, на палеты. Угу. Тапки могут в мешках отгружаться. Ну вот любая транспортная упаковка может иметь такой код идентификации транспортной упаковки. Важно отметить, что если поставщик такой код наклеил на транспортную упаковку и хочет его использовать в документах УПД при отгрузке, то он должен отчитаться в систему маркировки о содержимом этой упаковки. То есть он отправляет код транспортной упаковки и вложенную структуру, какие коды маркировки, угу, участвуют в нем. И тогда вам, розничным магазинам, в момент приемки не нужно будет сканировать все содержимое, а достаточно будет отсканировать только код упаковки, вы увидите, что он совпал, и именно он перейдет на ваш баланс со всем содержимым. Угу. То есть и сам код вот этой упаковки, и все вложенные коды, они, да, станут, да, как бы на балансе нашей розничной. Да, а распаковывать упаковку не нужно, этого процесса по маркировке не предусмотрено от пользователя. Она происходит автоматически. То есть, если я принял коробку, и в ней 10 пар обуви, угу, и я принял только код коробки, то ко мне на баланс в системе ГИСМТ поставлена одна коробка. И как только я ее распаковал физически и продал один товар, угу, из нее, онлайн-касса передала чек, чек передан в ГИСМТ, этот товар списывается с меня, с моего баланса, а коробка, в которой он лежал, приобретает статус «расформирована», и оставшиеся 9 кодов маркировки становятся моими, угу, встают на мой баланс. Понятно. Ну что ж, с этим все, да? Но, собственно, вы прекрасно понимаете, что продажа – это не все, о чем нужно отчитываться. Это достаточно сложно. На семинарах нас крупные розничные магазины спрашивают, будут ли нас там хватать за руку, если мы повезем товар с одного склада на другой в рамках одного города, там, а у нас не будет, соответственно, вот, информации об этом перемещении. За что еще, о чем еще нужно отчитываться? Не только приемка и продажа, да, это самые простые операции, которые, так скажем, завязаны на электронном документообороте и на онлайн-кассах, которые уже есть в обиходе. Есть еще те процессы, которых нигде нет. Это перемаркировка, это списание, то есть те процессы, которые вы ведете у себя в учете, а некоторые
некоторые участники оборота не ведут эти процессы, ну, так как у них складские остатки могут быть маленькие, и списание, инвентаризацию они не проводят. Перемаркировку необходимо выполнить в случае, например, возврата, когда вам вернули товар, вернул товар покупатель, и у вас не читается код маркировки. Вы потом будете вводить в оборот этот товар и продавать его снова, тогда нужно нанести новый код маркировки. Если, например, произошел пересорт, то есть вы обнаружили считанный код маркировки, например, сапог на сандаликах, и наоборот, на сандаликах были сапоги, нужно перемаркировать и тот, и другой товар в случае пересорта по кодам. Если у вас недостача или потеря товара, или он просто испортился, и вы не будете его продавать, то нужно такой товар списывать вместе с списанием кодов маркировки по системе «Честный знак». То есть, а списание... Это нужно будет на сайте «Честного знака» как-то делать, да? В СБИС будут доступны такие функции. Списание происходит с помощью отправки в систему «Честный знак» специального документа, подписываемого электронной подписью. Для всех действий с маркировкой необходима электронная подпись, чтобы подписывать отправляемые документы. Ну, а перемаркировка – это значит… Ну, в принципе, все вы сейчас маркируете свои остатки, так что я думаю, что здесь не будет каких-то больших проблем. Нет, в этом сложности не будет, и это процесс, так скажем, дальнейшего будущего. Ну и теперь о сроках, да, все знают срок 1 марта. И именно после этого срока запрещается продавать без сканирования, ну, да, код маркировки. Говорили. Да, и все отгрузки будут сопровождаться электронными УПД, товаросопроводительными документами. И все розничные магазины, все оптовики и производители до 1 марта обязаны зарегистрироваться в системе маркировки и промаркировать все свои текущие остатки. Маркировку остатков можно выполнить еще и после 1 марта, до 1 мая, да. Но в том случае, если товары не хранятся на складе и не выставляются на полку для продажи. То есть, если вы собираетесь продавать 2 марта товар, нужно его промаркировать. Быть. Да. Соответственно, также нужно промаркировать остатки ввезенных товаров, а те товары, которые ввезли после 1 марта, и они не промаркированы, в сроках промаркировки до 1 апреля. А вот у меня еще вопрос. Я должна продавать маркированный товар. Но мы только что проговорили, что, собственно, у меня штрих-код, ну, если это не СБИС, в котором, в принципе, можно отсканировать просто один штрих, один, значит, код маркировки, там не нужно два раза штрих сканировать, да? Но, в принципе, если взять какую-то абстрактную кассовую программу, я отсканировала штрих-код товара, у меня появились, например, ботиночки, я добавила в него код маркировки, у меня добавился код маркировки, просто с самого этого самого товара, с единицы товара, нажала «Отправить УПД», отправила этот товар, да? Да. А, соответственно, что будет, а если я УПД-то не обработаю? В этом случае в системе ГИС-МТ будут отражены операции по цепочке, по товаропроводящей цепи. И в случае, если где-то товар не принят, но дальше продан, фиксируется нарушение, есть отдельный реестр нарушений, который доступен для просмотра федеральным органам исполнительной власти. Роспотребнадзор будет такие ситуации отрабатывать, и здесь пока нет информации о том, как именно будут применять санкции или же проводить проверки таких, ну, таких нарушений. Да, в общем, естественно, это является нарушением, поэтому вы должны сначала принять, это логично, да, а потом продать. Но да, технически вы должны понимать, что вы там, если не успели, там еще что-то, или там, ну, еще не разобрались, как УПД принимать, технически вы продать-то его сможете.
Да, вот. Система, она, разработчики ее называют уведомительного характера, то есть участник оборота уведомляет систему обо всех действиях с товаром, но она, система не запрещает никаких действий. Вы сможете продать товар по всей цепи, даже если где-то в промежутках не было сообщений, и через кассу вы его продадите, и ваш покупатель получит. Но это будет зафиксировано, и потом об этом нужно будет отчитаться, почему именно такая ситуация случилась. В общем, контролируется Роспотребнадзор. И теперь ответ на главный вопрос наших слушателей, уважаемых розничных клиентов, магазинов. Что же делать со всем этим и как подготовиться? Да? Ответ очень прост. Можете обратиться в нашу компанию. Мы все, что необходимо сделать, сделаем за вас под ключ. Вы видите перед собой перечень наших услуг по порядку. Да, это, с одной стороны, перечень услуг, которые мы окажем вам. И мы рады напомнить, что так как Tenzer — это и производитель ПО, и ОФД, и оператор электронного документооборота, и удостоверяющий центр, и, соответственно, ЦТО и поставщик контрольно-кассовой техники торгового оборудования, мы можем сделать для вас все, что нужно, да? Но для вас вот этот вот слайд — это на самом деле такой чек-лист. Вот если у вас подпись, поставили галочку, подпись есть, вы зарегистрировали свою компанию на честном знаке, сделали, вы остатки промаркировали, промаркировали. Вы, соответственно, приемку кодов, как вы будете это ПЭДО делать для себя, настроили, сделали, вы знаете, как вы будете ОПД принимать, поставили галочку. Сканер штрих-кода вы купили к своей кассовой программе, там, поставили галочку. Вы убедились в том, что, что ваша касса умеет не только, значит, со сканером работать и сканировать в чек номенклатуру, но еще и дата-матрикс может, значит, отсканировать, добавить. Тогда, соответственно, вы поставили галочку. В принципе, если у вас вот это по этому чек-листу все выполнено, значит, вы готовы. Если хотя бы чего-то нет, но ваша задача — эту ситуацию закрыть. И приходите к нам, мы поможем. Но если у вас есть какой-то другой вендор, сходите к нему. Главное, чтобы у вас все эти пункты были выполнены. Ну, а мы напоминаем, что мы-то вам сделаем это все в одном месте. И теперь по порядку о том, что мы сделаем, чтобы вы понимали, что это такое, да? И первым пунктом там была регистрация, она по электронной подписи выполняется на сайте честного знака. Хочется отметить, что эта процедура, она простая, но она требует некоторых технических знаний. Вы бы могли ее и самостоятельно выполнить. И многие из вас, наверное, уже ее выполнили самостоятельно. Нужно установить драйвера, средства криптозащиты информации, настроить рабочее место. Все это мы можем сделать за вас. Уже там тысячи компаний воспользовались этой нашей услугой. И помимо того, что нужны технические знания, нужны еще и грамотность, да, и юридическое знание, потому что подписывается электронный договор с оператором маркировки во время регистрации по электронной подписи. Нужно быть очень внимательно к этому относиться, потому что это юридически значимый документ. Ну и, соответственно, для заказа в будущем кодов маркировки для перемаркировки потребуется оформить заявку на получение программно-аппаратного комплекса. Ну, этот программно-аппаратный комплекс — это вот то, что в облаке, личный кабинет. Да, это условно доступ к тому месту, откуда через честный знак заказываются коды маркировки. Ну, а следующим шагом после регистрации является маркировка остатков. Вот тут есть ряд действий, которые нужно выполнить на сайте честного знака. У нас, соответственно, есть такая услуга, которая позволит вам вообще об этом не думать, снять эту головную боль и переложить ее на нас. А как результат, вы просто придете к нам в офис и заберете готовые этикетки, которые нужно будет просто, которые просто приклеите на товар, и все, коды уже будут введены в оборот, они будут числиться на вас. А мы на самоклейке будем это делать? Или надо будет наклеивать? Специальные этикетки на термотрансферном принтере. То есть качество печати у нас довольно высокое. Сохранность, считываемость кодов остается продолжительной. Несколько лет должны держаться этикетки, потому что оборачиваемость обувных товаров, она в принципе низкая. Товар бывает и по 5 лет лежит на складе и не продается. То есть нужно
предусмотреть ситуацию, чтобы через 2 года не оказаться в такой ситуации, чтобы при продаже нужно быстро перемаркировать. Мы готовые этикетки передаем вам, а вы их просто клеите на товар. Дальше уже вы готовы их продавать через кассу. Когда регистрация пройдена и остатки промаркированы, вот тут уже все, вот вы готовы, и теперь нужно с этим работать. Да, ну, понять, начинать а с этим продавать? Работать с 1 марта. И сейчас мы рассмотрим несколько именно жизненных кейсов, которые чаще всего встречаются. Вы должны понимать, какое оборудование у вас уже есть и вы можете использовать, а какое вам нужно еще докупить, ну, в любом случае. Ну и в том случае, если у вас вообще ничего нет, мы об этом тоже сейчас расскажем. Начнем с автономных касс. Как раз об этом был вопрос, да, уважаемые, вот кто писал вопрос, как работать, если у вас автономка, эватор, там еще что-то, вот, внимание, мотор, поехали, что будет происходить? Здесь хочется отметить, что таких участников очень много. У многих просто стоит автономная касса и больше ничего. Вот если у вас есть автономная касса и компьютер, ноутбук или планшет на Windows, то вы сможете их использовать для маркировки, и вам необходимо приобрести только сканер штрих-кодов и программу для обмена системой частных знак и продаж. Программу SBIS. Как происходит работа в этом случае? Приемку вы осуществляете на своем компьютере через программу SBIS, как вот мы рассказывали это до вот этого. УПД и приемка, да, обработка УПД. И покажем еще чуть дальше. И продажи вы также осуществляете на этом же компьютере, на ноутбуке или планшете за кассой. При этом сканер мы подключаем прямо к вашему компьютеру. И вашу автономную кассу тоже подключаем к компьютеру в режиме принтера чеков. То есть на ней не нужно будет ничего нажимать. Для продажи вы будете просто сканировать код маркировки или код товара на ноутбуке или на планшете в SBIS, и товар будет автоматически попадать в чек. И автономная касса просто будет чек этот печатать. А почему я не могу напрямую сканер подключить просто к моей автономке, не подключая никакого компьютера, и там работать? Можете, но это вызовет у вас дополнительные трудозатраты. Вы можете не использовать компьютер, но вам придется в автономную кассу внести весь свой каталог, указав штрих-коды каждого товара, штрих-коды, которые в кодах маркировки. И тогда вы сможете через автономную кассу, сканируя код маркировки, автоматически видеть, что этот товар такой-то, и он подставился в чек. Но здесь будет еще одна сложность с тем, что если каталог большой, во-первых, это большая работа, и если остатки промаркированы, то есть коды на остатки являются однотипными для многих номенклатурных позиций, а у вас номенклатурные позиции могут быть разные. И отсканировав одну, по факту код товара в коде маркировки окажется другой. И вот здесь будет несоответствие, что необходимо будет оперативно решать. То есть данный процесс возможен, но он неудобен. Вот тот процесс, который предлагаем мы, он является самым, наверное, удобным и оптимальным подключить автономную кассу в режиме фискального регистратора, в режиме только печати чеков. Ну, то есть я могу взять, в принципе, там какой-то ноутбук или какой-то стационарный компьютер, поставить себе на рабочее место. Да, кассе. Да, на рабочее место. Соответственно, а могу продаж. Я на одном компьютере приемку осуществлять? Ну, не знаю, там на складе у меня компьютер стоит, да, а соответственно, продажу делать. Вот, то есть разделить эти два. Да, это можно сделать. Здесь неважно, на какой именно машине вы, ну, то есть на каком именно компьютере приемка осуществлена, и на каком именно компьютере идет продажа. Эти процессы не связаны, так можно работать. Понятно. Ну и по стоимости, я думаю, что вы все видите, да, что такое сканер. Ну, я уверена, что практически все из вас уже имеют двумерные сканеры, то есть одномерные уже не подходят, линейные, да. SBIS-маркировка – это наша лицензия, которая нужна именно для отправки кодов в честный знак при обработке УПД.
Правильно? Правильно. Да, и, соответственно, ну, СБИС-касса – это наш тариф на работу, когда вы от автономки, автономка начинает работать в режиме принтера чеков, да, то есть как фискальный регистратор, то вам нужно какое-то ПО, собственно, где вот будет каталог. Это мы все покажем. Вот такая у нас будет, такой ценник в этом случае. Но у многих же есть… Еще и ваторы, то есть такие небольшие терминалы, в которых, соответственно... Да, вот здесь на следующем слайде все то же самое, да, то есть подключается все то же самое, но случай, когда у вас нет ноутбука или планшета, тогда мы можем вам предложить Atoll Optima, рекомендуем, точнее, Atoll Optima поставить за вашу кассу, да, кассовое рабочее место. На нем будет удобно и осуществлять приемку, угу, и проводить продажу. Вообще СБИС идеально подходит для того кейса, когда приемка и продажа на одном рабочем месте. Ну и про Эватор. Да. Здесь ситуация примерно аналогичная. Если у вас уже есть Эватор и вы в нем ведете продажи, то вы сможете на своем компьютере также осуществлять приемку. И СБИС позволяет из своей системы, из СБИС, выгрузить каталог в Эватор. Угу. Товары автоматически будут занесены в терминал и будут доступны для выбора, и к Эватору вы подключите сканер. Вам останется только сканировать коды при каждой продаже на Эваторе, и позиции сами будут подставляться, и коды будут списываться. Угу. В данном случае необходима только лицензия на маркировку для того, чтобы принимать электронные УПД, и вам потребуется сканер, который вы можете использовать один. Например, если приемка у вас не каждый день происходит, вы можете из Эватора его отключить, там, перенести, принять приемку, угу, и вернуть обратно на Эватор. Хочется отметить, что вот мы, как компания, предоставляющая и терминалы Эватор, они у нас тоже продаются, и работу со СБИС в интеграции, да, мы осуществляем консультации. Если у вас какие-то вопросы возникли, у нас есть чуть менее чем 1000 квалифицированных инженеров в колл-центрах, которые 24/7 готовы помочь вам по любым вопросам. Вот, если какие-то ситуации, сложности, угу, то можно обращаться. Да, просто обратите внимание, мы все время говорим, что приемка и продажа – это немножко разделенные вещи. Вы можете в одной учетной системе, в одной системе ИДО осуществлять приемку товара, да, и там нужен сканер, но в случае с БИС мы даже покажем, если успеем, то мы покажем, что можно принимать-то даже и без сканера. У нас есть специальное мобильное приложение, да, которое позволяет заменить сканер при приемке. Да. А, собственно, если вы продаете в какой-то другой учетной системе, то вам самое главное синхронизировать вот, ну, каталог при приемке и при продаже. Вот. А так-то вы можете эти два процесса разделить. Ага. Я буду всем все время напоминать про эту ситуацию, потому что она очень много вопросов вызывает. Да, теперь движемся дальше и поговорим о тех, у кого есть какая-либо учетная система для учета и продаж, но она не поддерживает работу с кодами маркировки, они, например, не передаются в чек, или невозможно принять электронные накладные с кодами маркировки, или что-то еще. Вот люди ищут варианты, где можно работать. У нас есть отличное решение для таких клиентов. Все оборудование у вас уже точно есть, ну, и сканер, и компьютер, да, все фискальный есть. Фискальный регистратор у вас есть, вы же как-то подаете, да? Да, да, мы можем вам установить на ваше оборудование СБИС-кассу в комплекте со СБИС-маркировкой. И вы сможете проводить приемку и продажи прямо на одном рабочем месте. СБИС-касса – это мощная учетная система, кассовая система, нисколько не уступающая 1С-рознице или подобным крупным программам. Она поддерживает множество функций, об этом будет еще чуть дальше, поэтому так как мы о маркировке говорим, сегодня будем говорить о маркировке. Если у вас вообще ничего нет, то вам повезло, потому что комплект купить гораздо дешевле, чем оборудование по отдельности. И в этом случае мы соберем для вас
тот комплект оборудования, который подходит именно вам. Если вам нужна маленькая мобильная касса, фискальный регистратор, то мы подберем такую. Если вам нужна быстрая касса с автоответчиком, то подберем другую. Подберем нужный кассовый компьютер-терминал, подберем сканер и установим SBIS, программу SBIS на все это оборудование. Мы сразу подготовим весь комплект, привезем вам, настроим, подключим и вас научим с этим работать. Ну, это минутка рекламы. Вдруг... Давайте дальше. Да, если у вас ничего нет. Теперь о тех из вас, у кого 1С. Наверняка у многих 1С, которая немножко устарела, так скажем, да, и не подлежит обновлению. Возможно, фирма 1С не обещала вам обновление под маркировку или обещала, но не скоро. На сайте 1С вывешены сроки, и они все еще двигаются и плавают. Вам не стоит ждать в таком случае. Подключайтесь к SBIS, у нас есть готовый модуль интеграции. Прямо в вашей 1С будет встроен функционал SBIS, в котором вы сможете принимать электронные документы, а дальнейшие продажи вести по привычной схеме из вашей 1С. Да, ну и на всякий случай у нас уже много клиентов, кто обрабатывает входящие ЭДО в SBIS, да, и у многих из вас уже стоит наша внешняя обработка для 1С. Вот будет все там же, просто нужно будет вот посканировать туда, соответственно, штрих-коды с товара и все. Вот. А обрабатывать входящие, обработка УПД и обработка других входящих документов происходит абсолютно аналогично. Да, причем тут система работает в обе стороны. Можно из интерфейса 1С работать со SBIS и из интерфейса SBIS работать с 1С. Вот тоже это, возможно, покажем чуть дальше. И вот конкретный пример, да, когда работа с кодами осуществляется в SBIS, вы осуществляете приемку, в SBIS подписываете документ и сканируете коды, а затем буквально в один клик вы загружаете документ поступления в вашу 1С, автоматически создается поступление, вводятся все позиции, все цифры, и вам даже не нужно ничего вводить вручную, у вас меньше будет ошибок. Отдельно скажем, что на предыдущих слайдах у нас сканеры были показаны в комплектах, но мы можем подобрать любой сканер под ваши нужды. Если у вас большой склад, мы можем дать беспроводной сканер. Если у вас, там, скажем, несколько кассовых рабочих мест, и они не справляются с нагрузкой, то быстрый и надежный проводной сканер. Обращайтесь в наш офис, и мы подберем необходимую модель. И если у вас приемка происходит в том месте, где нет компьютера или нет возможности подключить сканер, у нас есть мобильное приложение SBIS на складе. Оно выглядит практически так же, как SBIS. В нем вы увидите документы поступления, входящие УПД, сможете отсканировать коды маркировки. Например, если у вас в магазине происходит продажа, а приемка там, так скажем, в подсобке, то вы можете взять с собой смартфон, простой смартфон на андроиде, да, открыть это приложение, пойти отсканировать коды, выполнить приемку, забрать товар и подписать товарно-транспортную накладную водителю, а потом, вернувшись на рабочее место, открыв на компьютере SBIS, подписать этот документ. Все очень просто, удобно и доступно хоть в терминале сбора данных для крупных оптовиков, хоть в смартфоне. Мы, наверное, рассказали все основное, что касается маркировки. Теперь вы знаете, что делать, как делать, что и необходимо. И что делать, и что необходимо в разных ситуациях. То есть, если у вас 1С, если у вас автономка, если у вас Avator, если у вас ничего нет, там, то есть, где бы вы ни работали, в принципе, мы вот постарались все кейсы охватить. Да? Но сейчас мы просто на примере SBIS-а вам покажем, ну, вот как бы, что должно быть в учете, чтобы вы могли комфортно работать. Поэтому мы говорим, что да, SBIS – это больше, чем просто маркировка. Для многих из вас, уважаемые клиенты, это до сих пор всего лишь отчетность, конечно, но на самом деле это гораздо-гораздо больше. Да? О чем мы в этом блоке говорим?
нужно, чтобы Дмитрий говорить. Да, я расскажу немножко подробнее, что вы получаете в комплекте с маркировкой, да, что можете получить в комплекте. Акцентируем внимание на учете складском, бухгалтерском и налоговом. Необходимо понимать, что многие знают, наверное, что SBIS – это облачная система, и она работает из браузера, из любого места, где есть интернет. Но она разделена в нашем случае на два интерфейса. Первый интерфейс – это кассира, который интуитивно понятен, он позволяет вести продажи, назначать скидки и все, что делает кассир за кассой. Но об этом чуть далее. А сейчас про другой интерфейс – это бэк-офис. Это рабочее место руководителя, бухгалтера, товароведа. Здесь автоматически на основании продаж там где-то на кассе формируются данные для бухгалтера. Например, сразу создаются документы к учету. Например, реализация розницы. Или выручка розницы. Формируются складские документы, отчеты о продажах. Все это очень удобно бухгалтеру для формирования дальнейших отчетов и проводок. Ну и понятно, что вы видите всегда точное время открытия-закрытия смены, и на самом деле многие наши клиенты, которые с розницей начинают работать, с нашей кассой, они переходят к тому, что рассчитывают зарплату, просто ведут учет рабочего времени и рассчитывают заработную плату у нас за счет того, что они видят, в какой момент смена открыта-закрыта, мы можем автоматически эту ситуацию собрать, вывести в табеле у нас, прямо в SBIS-е в табеле, показать, какой должна быть зарплата, а вы уже, даже если вы зарплату и учет ведете в какой-то другой системе, можете там провести это начисление. А потом клиенты приходят к нам и у нас считают зарплату и, собственно, оформляют кадры и весь документооборот, потому что в одной системе это гораздо удобнее, чем где-то смотреть, пытаться понять, когда опоздал сотрудник или нет, да, где-то это на бумажке фиксировать, потом пытаться это перевести в деньги и так далее. Мы сделаем все это сами. Ну и вы увидели все, что еще мы предлагаем в контексте нашего бэк-офиса, и любая маркировка, и, соответственно, любая бухгалтерия, складские документы, бухгалтерские документы, и формирование вплоть до... План потребностей формируется, то есть можно анализировать закупки, поставщиков. SBIS может сам подготовить план потребностей и даже оформить предзаказы поставщикам. И товароведу останется только их проверить и отправить. А руководителю, вот как Анна уже сказала, доступна вся информация в наглядном виде о всем том, что происходит в магазине, причем в каждом магазине, если их несколько. Какие товары лучше всего продаются, какие уже вообще не продаются, лучше бы их вообще списать. Угу. Кто из сотрудников лучше продает, а кого замотивировать. Возвраты, например, какой товар чаще всего возвращают, может быть, поговорить с поставщиком, что что-то не так с товарами. Вся эта наглядная аналитика, она позволяет принимать квалифицированные управленческие решения руководителю, и она, кстати, доступна в мобильном приложении, если руководитель в Таиланде или отдыхает где-то. Ну, то есть, может быть, маркировка станет для вас таким поводом для ревизии, посмотрите, какие есть еще, соответственно, возможности у современного программного обеспечения, особенно если вы давно сидите на какой-то системе. Поверьте, рынок ПО развивается, и нам есть что вам предложить. Просто подумайте, что из этого было бы для вас интересно, мы вам расскажем, покажем там, и так далее. Ручной труд нужно автоматизировать, и SBIS это позволяет сделать. И для бухгалтера здесь все тоже собрано, то есть от момента продажи на кассе до отчетности в госорганы. Все, наверное, это уже знают, что календарь отчетности составляется индивидуально, SBIS покажет, сам заполнит отчеты, рассчитает налоги. Вашему бухгалтеру станет жить приятнее за счет такого функционала. Ну и теперь интерфейс. Мы говорили про бэк-офис, да, сейчас поговорим про интерфейс кассира. Здесь важно отметить самый главный плюс нашей системы, что интерфейс интуитивно понятен, в нем невозможно запутаться, и есть дополнительные возможности обслуживания нескольких покупателей одновременно. Бывает часто, что один ушел снова в зал докупить что-то еще, или проведение безналичной оплаты
оплаты, возвраты, множество других функций. И это мы покажем. Это мы... Завершающая часть нашего да. вебинара. Ну и как пример, поддержка программ лояльности. Хочется отметить, что в SBIS достаточно один раз настроить через простой мастер ваши опции скидки, и они будут применяться автоматически. Больше кассиры не будут ошибаться, какую скидку назначить тому или иному клиенту. Они будут срабатывать автоматически. Ну и говоря о нашей компании, еще раз скажем о том, что у нас почти 1000 сотрудников технической поддержки, мы готовы оказывать вам консультации. У нас наглядные инструкции и видеоуроки для того, чтобы самостоятельно освоить все материалы. Ну и если вы уже хотите приобрести оборудование или просто проконсультироваться у нас в офисе, мы есть в каждом регионе. В каждом регионе можно обратиться в Tensor и получить необходимую информацию. Либо к нашим партнерам. Соответственно, заходите на сайт SBIS.ru, там, соответственно, все тарифы, все телефон технической поддержки или филиала в вашем регионе. Звоните. Мы закончили такую большую теоретическую часть. Пока Дмитрий готовится, давайте подведем короткие итоги. Замучили вас снова, значит, всякой теорией про сроки. Мы постарались остановиться на разных кейсах, что делать в разной ситуации. То есть, если у вас там 1С, если у вас не 1С, как быть? Если у вас автономка, если у вас Эватор. Я надеюсь, что вот эти вопросы сняты. Очень важно нам было донести снова понимание, что вот приемка товара, обработка УПД – это одна ситуация, а, соответственно, продажа в розницу – это другая ситуация. Да? Что вот мы-то сейчас будем показывать прямо пример работы. Снова я говорю, что мы-то будем показывать, например, с БИСа. Ну, я думаю, что вы понимаете, почему. Но вы можете это транслировать на любую вашу, ну, плюс-минус на любую вашу кассовую программу. Мы вам будем показывать, как это делать в одной системе. И мы, конечно, всех приглашаем к нам в СБИС, да? Но это ваше решение. Итак, мы сейчас покажем вам, как выглядит приемка, да? Как выглядит УПД, что делается для приемки товара. Да? А потом покажем, как этот же самый товар продавать. Итак, Дмитрий, тебе слово. Ну, мы покажем практически весь путь розничного магазина, чтобы принять товар и потом продать, и если вам его вернули обратно, вернул покупатель. Вот я зашел на сайт sbis.ru, вы все можете зайти на наш сайт после вебинара, и большая кнопка «Начать работу» вас приведет на главную страницу входа в систему в SBIS. Здесь есть вкладочка «Демо», на которой можно посмотреть любой наш интерфейс. Но в нашем случае интересен интерфейс для магазинов. И вы видите, что он состоит как раз-таки из фронт-офиса и бэк-офиса. Фронт-офис – это рабочее место кассира, а бэк-офис – это рабочее место товароведа, который будет принимать электронные документы. Вот об этом мы как раз говорили в презентации. Вы нажмете на бэк-офис и попадете в демо-версию. Здесь вы видите наглядные отчеты. Масштаб, вот так вот. Я сейчас переключу на другое. Здесь вы видите наглядные отчеты, то, что мы показывали на слайде для руководителя. Вся информация по вашим движению товаров. Для того, чтобы принять маркированную продукцию, мы переходим в реестр входящих документов. В разделе «Бизнес» раздел «Закупки». Здесь отображены все входящие электронные документы, которые вы получили от поставщиков. Ну, в данном случае я покажу несколько документов на примере. Они подписаны электронно. Вот вы видите, что эти документы, они подписаны. Подписаны электронно. Многие из вас, кстати, уже с этим работали и знают, как они подписываются. А если документ находится в статусе утверждения, это означает, что его необходимо подписать или отклонить. Сейчас мы откроем с вами документ, в котором поступила маркированная продукция, обувная маркированная продукция. Для тех из вас, кто не работал ранее с электронными документами, мы покажем, что в SBIS наглядно
отображена визуальная форма привычного документа счет фактуры и торг 12. УПД, он объединяет в себе торг 12 и счет фактуру. Здесь отображены названия, привычная табличная часть, стоимость и сумма. СБИС в этом электронном документе уже распознал все позиции и собрал все коды маркировки в одном месте. Переключившись на вкладку «Поступления», вы видите перечень позиций, которые отображены в документе. Достаточно сделать один клик на позиции, и коды маркировки уже перед вами. Угу. Вот вы спросите, да, как в электронном документе отображаются коды. В нашей системе они отображаются вот так. Угу. Теперь я возьму, не знаю, видно или нет, наверное, видно. У нас есть заготовленные коробочки, мы тут наклеили коды маркировки. Можно чуть-чуть вот так, да. Наклеенный код транспортной упаковки и код товара. Угу. Ну и дополнительно, чтобы много коробок здесь не ставить, мы распечатки сделали с кодами маркировки. Угу. Сейчас будем осуществлять приемку. Итак, я беру сканер и сканирую код. Обратите внимание, черным закрашиваются те коды, которые отсканировал Дмитрий. Да, и обратите внимание, что напротив кода маркировки единицы товара нету коробочки, это код маркировки единицы. Угу. А вот если это транспортная упаковка, которую мы сейчас отсканировали, угу, то напротив нее коробочка, то есть вы всегда будете знать, что это упаковка. Но что делать, если, например, поставщик прислал товар, мы его отсканировали, но код маркировки он не внес в документ УПД. Необходимо этот товар отложить, и запросить у поставщика или новый документ на этот товар, или иначе провести работу, да? Почему код маркировки не предоставлен, а товар был привезен. Ну и мы специально сделали так, чтобы в СБИСе у вас было наглядное отображение, потому что много, когда происходит сканирование, да, можно не обратить внимания, там, окрасился, не окрасился, поэтому вы видели, да, яркий красный цвет. Да, если вы не смотрите на экран, а смотрите куда-то вот вниз и сканируете коробку, красный экран вам подскажет, что вот здесь нужно остановиться. Ну, сейчас давайте отсканируем все остальные коды, которые мы получили. Ну, вот еще один пример, да. Я специально не отсканировал одну упаковку. Видите, она осталась серенькая. Прошлая ситуация заключалась в том, что был отсканирован код, которого нет в документе. Ее решить просто. Можно дослать просто документы от поставщика. А вот если код маркировки остался серенький, это значит, что поставщик либо товар не прислал, либо код лишний указал в УПД. И если вы подпишете такой УПД, то этот код станет вашим, и вам его потом, соответственно, искать или списывать, даже несмотря или на то, что я не отсканировал. Даже на то, что не отсканирован. Отсканировать – это значит проверить. Угу. А коды, которые внесены в документ УПД, их уже исправить никак нельзя, потому что УПД подписан. На нем есть подпись поставщика. Что же делать? В этом случае необходимо отклонить документ и сообщить поставщику, что такой-то код был в УПД, но не был доставлен. Возможно, поставщик вам скажет, что: «Ой, извини, я не довложил код, я его отправлю товар второй машиной. Завтра машина приедет, привезет тот самый товар, и отсканируешь код, проверишь, потом все будет». То есть частично оно нельзя принять, надо отклонить.
Сейчас, в настоящее время, не установлен формат ФНС, ну, точнее, он установлен совсем недавно, угу. по которому можно осуществлять приемку с расхождением. Угу. В данном случае рекомендуется отклонять документ, либо если вы договорились с поставщиком и вы доверяете ему, что он вам привезет завтра этот товар, угу. то можете оставить, принять УПД, а завтра, например, отсканировать и увидеть, что все совпало. Но здесь ваши риски, что не совпадет или поставщик не привезет. Ну, в данном случае мы сделаем ситуацию идеальной, и я все же отсканирую эту коробку. Допустим, у нас все совпало. Закрываем позицию. И я показал сейчас на одной позиции, как легко и просто проверить прием поступления в СБИСе на накладной, на электронный накладной. Но многие из вас скажут, а что если у меня 20 позиций? Вот здесь у меня всего 3 позиции, да? Так. И заходить в каждую и сканировать... Ну да. Наверное, слишком трудоемкая задача, да, тут много кодов. Может быть, поставщик все россыпью пришлет, да. без транспортных упаковок. Тогда СБИС позволит отсканировать коды прямо на документе. Так, то есть не нужно мне каждый раскрывать, не, да? Не обязательно, можно просто открыть просто документ. Я просто беру мое поступление, да, вот все коробки. И начинаем сканировать коды. Вот вы видите, в правом нижнем углу подсвечиваются коды. Они автоматически сверяются. Происходит полная проверка всех позиций. СБИС сам проверяет, чтобы код маркировки содержался в документе. А мы сейчас, кстати, какой используем сканер? Который за 400? Да, мы используем сканер UG46200. 2D-сканер. Вот как раз-таки ошибка, я отсканировал не тот код маркировки. Ну и СБИС наглядно показывает, что если вы вдруг не досканировали, да, то вот необходимо все же отсканировать этот код. И все, теперь стало все в порядке. Что нужно сделать дальше? Да. Нужно подписать документ, нажав на кнопочку «Утверждение». Здесь можно... написать комментарий поставщику и указать, что именно, о чем вы договорились, чтобы это было зафиксировано, если, например, поставщик пообещал в следующей поставке или пообещал следующий документ. Можно ничего здесь не писать и просто нажать кнопку «Утвердить», документ будет подписан. Если нажать «Отклонить», то документ не будет подписан. И необходимо обязательно указать комментарий, чтобы поставщику было понятно, почему вы отклонили документ, что именно нужно переделать, чтобы вы его все-таки подписали. Наверное, у многих возникнет вопрос, что за кнопка «Переназначить». В СБИС поддерживается работа с документами несколькими сотрудниками. Когда у вас приемку выполняет кладовщик, а подписывает бухгалтер, когда кладовщик, например, отсканировал коды маркировки, подписание он может переназначить бухгалтеру. И другой сотрудник увидит этот документ? Да, он увидит этот документ и выполнит свой этап выполнения, свой этап данной задачи. Ну и говоря вот еще о бухгалтерском и складском учете, СБИС, я нажму сейчас кнопочку «Провести», мы приняли эту приемку, да, подписывать мы не будем, потому что у нас демонстрационная версия и в ней нет электронной подписи. Я показал то, что документ можно принять к учету. И на отдельной вкладочке у нас будут фигурировать проводки по данному документу. Хочется отметить, что СБИС очень удобен, вот как уже отмечали, наверное, СБИС удобен тем из вас, кто приемку и дальнейшую продажу производит на одном рабочем месте. Допустим, за кассой стоит компьютер, там же сканер, там же кассовая программа. Вы можете прямо здесь принять товар, а потом переключиться на вкладочку «Магазин». И вот вы уже видите интерфейс кассира. А если привезли снова товар и вам нужно снова его принять, один клик, и вы снова попадаете в интерфейс для приемки, в интерфейс товароведа. Мы сейчас вернемся опять на магазин.
И покажем, что же делает кассир для того, чтобы продать маркированную продукцию. Да, вот мы только что приняли, мы правильные, да, мы приняли. Мы правильные, приняли все коды теперь у нас. СБИС сам отправил подписанный УПД в маркировку, коды числятся на нас. Кассир, как мы уже говорили, видит понятный интерфейс, на котором большая оранжевая кнопка говорит, прямо сама за себя говорит, нажми на меня, чтобы открыть смену, кассовую смену. Мы нажимаем эту кнопку, и СБИС проверяет готовое оборудование, которое у вас подключено. Вы никогда не окажетесь в ситуации, что что-то не работает. Например, наш сканер, который мы используем, нажмем его проверить, и СБИС предлагает отсканировать код, то есть убедиться. Да, сканер работает, подключен, все в порядке. Здесь же, если все-таки у кассира возникли сложности, он может запросить помощь. В один клик нажал «Запросить помощь», и он видит номер телефона, который относится к его филиалу, к его региону. Он может посмотреть самостоятельно в базе знаний всю информацию, либо вообще дать доступ, удаленный доступ инженеру техподдержки. И тогда подключится инженер и позвонит по телефону, и вашему кассиру помогут выполнить то, что ему необходимо. Мы в данном случае продолжим выполнять подготовку к продаже. Следующая стадия – это внесение разменного фонда, допустим, для сдачи у нас в кассе 450 рублей, например. Открываем смену, все готово, теперь мы можем вести продажи. Для того, чтобы продать маркированный товар, что необходимо сделать? Необходимо отсканировать лишь код маркировки. Мы сканируем код маркировки, и система предупредит, если такой товар не приходовался. Так. Соответственно, можно его выбрать из каталога или назначить вручную, ну, то есть создать заново. А если мы возьмем те, которые мы принимали? Если мы возьмем те, которые мы принимали, то СБИС сам определит по коду маркировки штрих-код товара и добавит его в чек. Если же ваш кассир забыл, там, что маркировка внедрена, да, и по привычке отсканировал штрих-код, то система СБИС подскажет, что необходимо отсканировать еще и код маркировки. И в данном случае мы тогда отсканируем код маркировки. Все, мы добавили позиции в чек, в чеке уже будут коды маркировки, остается принять оплату. Ну, здесь мы еще раз поговорим о дополнительных возможностях СБИС. Да, да? Вот я, соответственно, купила две пары мужских замшевых мокасин, вижу, что там 8400, и у меня с собой, соответственно, только карточка, на ней нет денег, или наоборот, там только наличные, у меня их недостаточно. Да, ты бежишь в машину. Бегу в машину, да. Да, ко мне подошел другой покупатель, и что же делать? Не заставлять же его ждать. Я нажимаю кнопочку «плюс», и могу спокойно ему продать тот товар, который он хочет купить. Он, например, хочет купить опять такого товара, которого у меня нет, или тот товар, который у меня есть. Также СБИС предупредит, что товар мог быть уже ранее продан. Если, например, кассир забыл или каким-то образом не выдал товар, или покупатель забыл товар, всякие могут быть ситуации. Если отсканирован код маркировки того товара, который ранее уже был продан, СБИС покажет, что это за товар и когда именно, каким чеком он был продан. Вот таким образом, предотвратив угрозу, ваши риски получить штрафы. Угу. Ну, то есть он проверяет то, что в нашем магазине, вот в нашей кассовой, да. Через нашу кассовую программу. Да, вот. Через нашу кассовую программу, да, на этом акцент. Ну и в данном случае я приму оплату у второго покупателя, например, 500 рублей, выдам ему сдачу 50 рублей. Все, я продажу выполнил, а Анна уже вернулась из машины с кошельком, и теперь мы можем принять оплату и у нее.
Ну тоже. Да, соответственно, а у меня 5000 наличными, остальное на карте. Что делать? А, еще Анна у нас VIP-клиент, поэтому я предоставлю ей скидку как постоянному покупателю. Это делается, видели, в 3 клика, очень просто. И сколько у тебя наличных? 5000. 5000 – это очень хорошая сумма. 3148 будет списано с твоей карты. Я нажимаю «Расчет» и провожу на банковском терминале 3148 рублей. Оплата выполнена. Все, теперь все здорово. Мы закончили с продажей маркированного товара. Возвращаемся в кассовую смену. И здесь видно наглядно, какие мы сегодня выполняли продажи по чекам. И какие товары сегодня продавались. Вот видно, что два товара такого-то, еще и со скидкой. Вся информация о кассовой смене отображается наглядно и сохраняется, и переносится в интерфейс товароведа, руководителя и бухгалтера. Ну, все замечательно. Я купила две пары. На самом деле я схитрила, потому что купила разный размер. Скоро 23 февраля, мне, значит, нужно было померить, какой размер точно подойдет, значит, мужчине, для которого эти мокасины. Что же делать, если я приду и захочу вернуть этот товар? Причем надлежащего качества, то есть без следов носки. Просто я прихожу, говорю, хочу вернуть, все, не придерешься, у меня к качеству, к внешнему виду никаких проблем нет, там упаковка сохранена. Что делать? Все очень просто. Возврат в СБИС оформляется разными способами. И самый удобный из них – это снова перейти к продаже. И если сохранился и читается код маркировки, то можно отсканировать его код маркировки. Тогда СБИС покажет, что эти мокасины Анна уже покупала и по какому именно чеку. Я выберу этот товар в чеке, в котором она продавала, который пробивал для Анны, и осуществляю возврат прямо из чека. То есть, если сохранился код маркировки, то вернуть товар обратно, это вообще проще простого. Я принимаю возврат, вот, и сканирую код маркировки, говорю, что не устроил размер Анну, так как вот все, я выдаю эту сумму наличными, ну или, например, пусть банковской картой на банковском терминале. А здесь нажимаю «Отмену». Все, товар вернулся, в статистике у меня записался возврат, но что же делать, если вот Анна еще шлепанцы... пришла не Анна, пришел другой покупатель, который купил шлепанцы, да, и тоже их хочет вернуть, но у него код маркировки стерся или не читается. В таком случае я нажимаю на кассу и в строчку «Возврат». И здесь у меня есть варианты. Я могу знать, по какому чеку покупатель приобретал товар, и у меня есть или сумма чека, или номер чека. А если без чека и скандалит? А если без чека и скандалит, то я нажимаю «Без чека». И мне достаточно просто отсканировать штрих-код товара. И товар автоматически будет найден у меня в базе. Я буду знать, что это за товар, и я просто осуществляю возврат этого товара. Нет, подожди, штрих-кода нету. В этом случае я нажму «Пропустить». Ага. А если все-таки он есть, но я нашел товар без чека, то сканирую код маркировки. Все, наша ситуация скандалит. Пропустить. Без чека, без штрих-кода. Но, говорит, купил, все, вьетнамки возвращаю. Не устроило качество. Все, отлично, вернули. И вот это та ситуация, когда вам нужно будет перемаркировать этот товар, наклеить на него новый, значит, код Data Matrix, чтобы его вернуть в оборот, потому что ну, вам же как-то нужно что-то делать с этим товаром, да? Да, да. Ну и остается только закрыть смену, внести сумму, которая у нас осталась в кассе. Мы сейчас просто закроем и увидим сообщение, что СБИС предупредит, что необходимо пересчитать, что-то не совпало в сумме, которая фактически в кассе, и сумму, которую кассир внес руками. Я сейчас введу всю эту сумму.
и нажму «Закрыть смену». Теперь у нас появилась сегодняшняя смена, в которой вся информация в аналитическом виде, все очень красиво, удобно, можно наглядно посмотреть. Еще мы хотели показать, что приемку, вот, извините, наверное, мы забыли показать после того, как сформировали проводки по принятому товару, да. Не показали, как это загружается в 1С. Сейчас мы вот закроем лишние точки и перейдем в раздел «Закупки». Да-да-да, точно. Мы осуществили приемку, да, и подписали документ, но мы не доставили этот документ в учетную систему 1С. Это было актуально для тех, у кого нет 1С. А теперь представим, что у вас 1С есть, и вот вы подписали этот документ в СБИС, он здесь есть. Что же делать? У вас есть 1С. Так. В которой у вас те же самые есть номенклатурные позиции, у вас уже есть некоторые поступления, вот, например, поступление номер 707 на сумму 5110, оно у нас лежит рядышком, вот номер 707, оно подписано, ранее мы, допустим, когда-то его принимали, мы можем увидеть в ленте этого документа, зарегистрировано ли оно в системе маркировки, вот мы видим, что произошло событие отправки в систему маркировки, и этот документ у нас уже есть в 1С. А вот этого документа, сегодняшнего, который мы принимали, его в 1С нет. В СБИС очень просто его загрузить в 1С с помощью кнопочки «Выгрузить» в 1С. И сюда можно подключить типовую конфигурацию буквально в 3 шага. Угу. Простые параметры, вы условно выбираете информационную базу, вводите логин и пароль пользователя, и все, доступ предоставляется. Если я сейчас нажму эту кнопку, то документ будет... Во-первых, меня попросят авторизоваться, и документ будет отправлен в мою 1С, как документ поступления. Мне даже ничего руками вводить не нужно будет. Происходит загрузка документа, и сейчас мы переходим в 1С. На документы поступлений вы видите сейчас два документа. Я применю сейчас фильтр по дате больше, чем 1 января. И увижу уже три документа. Вот он третий документ на 160 140 рублей. То есть тот самый документ, который мы сегодня приняли. Да, да. Все, делаете проводки, ведете учет в привычном интерфейсе. Документ уже заполнен, позиции выбраны, количество, цены, счет, фактура уже создана. У вас все в порядке. Да, да, да. Вот так очень просто происходит взаимодействие между системой ЭДО, если вы ведете учет в какой-то другой системе, и, соответственно, вашей учетной системой. Да, то есть все-таки эти два понятия нужно разделить. Ну что ж, я думаю, теперь основные вещи мы рассказали, которые хотели, да, вроде бы ничего не забыли. Значит, смотрите, какая ситуация. Сейчас уже мы потратили целый час 20 минут вашего времени, да, немножечко мы вышли из регламента, но я напоминаю, что нашей целью было вам показать, прошу прощения, что вы должны сделать в разных ситуациях, если у вас 1С, если у вас автономка, если у вас Эватор, как происходит приемка, мы показали, как происходит продажа, мы показали. Конечно, обо всем этом можно говорить дальше бесконечно, но основные моменты мы постарались до вас донести. И чек-лист, что у вас должно быть сделано, соответственно, тоже вам предоставили. Всего доброго. Всем спасибо. До свидания.